65 участников. Расширяется география и ассортимент представленной продукции. Для руководителей предприятий – деловая программа. Как считают организаторы, инфотур помогает участникам поближе познакомиться и определить потенциальных партнеров. Ярмарку сельхозпродукции посетили представители администрации Краснодарского края, руководитель департамента потребительской сферы Юрий Поляков, начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Сергей Михайлов и заместитель руководителя департамента потребительской сферы Эдуард Балмышев. На сегодняшний день поставлена задача решать вопросы улучшения обеспечения жителей и гостей Кубани продукцией кубанских производителей. Сегодня на данной выставке предприятия переработки представили порядка 1800 наименований продукции. Практически от 10 грамм до крупно больше в упаковке присутствует здесь продукция широкого спектра. Предприятия заинтересованы в заключении долгосрочных договоров. На прилавках и витринах рыбная, колбасная, молочная продукция, хлебобулочные изделия, вино. Все это изобилие можно было попробовать, чтобы оценить качество и достоинство продуктов. Потребитель будет знать и видеть своих производителей, именно российских производителей, о качестве продукта, о том, что это действительно натуральное. Пожалуйста, пробуйте. Все это покажем, все расскажем, поэтому это очень важно, чтобы наш потребитель видел и чувствовал, что мы, как кубанские производители, можем из всех ситуаций выйти и вырастить, и произвести. Глава Анапы отметил, что инфотур играет большую роль в продвижении кубанской продукции на местном рынке в условиях импортозамещения. Наша задача – состыковать производителя и потребителя. Чем больше будет у нас география поставки к нам продуктов, тем, соответственно, они будут дешевле, и, соответственно, у потребителя будет право выбора качества. Вот вы сами видели, все это натуральное, все это, и то, что говорили, вот, раз мы импортное не будем. Я знаю, что один из представленных вот здесь мясокомбинатов, он на 90% еще 2 года назад работал на импортном сырье. Меня сегодня удивило, что у него 400 наименований, а спрашиваю, где сырье? Все наше, Воронеж, Белгород. Все получается. Также глава курорта подчеркнул, что и число участников, и представленный ассортимент товаров в очередной раз подтвердили, Краснодарскому краю не страшны никакие западные санкции. Интерес к инфотуру действительно растет. Предприятия со всего края, 11 предприятий, это наши местные сельхозтоваропроизводители. А целевая аудитория, для которой привозят эту продукцию, это уже непосредственно предприятия санаторно-курортного комплекса и предприятия торговли и бюджетной сферы, это школы, детские сады нашего муниципального образования, а также соседи. Это Темрюцкий район, Славянский, Крымский, Абинский районы также присутствуют сегодня на этом мероприятии. Наш город представили такие крупные организации, как Анапский хлебокомбинат, агрофирма СП «Россия», рыбный цех «Юровский», большое количество садоводов и фермеров. В рамках инфотура состоялся круглый стол, где говорили о новых возможностях кубанских товаропроизводителей.